Джия, всем привет! Алекс, повернись! Алекс! Всем привет. Алекс, скажи всем. Привет. Пойдем. Пойдем со мной. Давай ручку. Ручку давай. Пойдем со мной. Сейчас я всем покажу, что наш сынок. А, кстати, сейчас я показывала своего мужа. Он косил траву. У него недавно. О, Алекс, don't step on it! Мы недавно сделали операцию на плече, на втором. Мы в прошлом году сделали операцию на правом плече, а в этом году на левом плече. У него было разорвано какое-то там сухожилие. И, короче, я не помню, я не буду притворяться. По-русски я не умею сказать, это по-английски. И по-английски не буду. Не буду ничего говорить, короче, мы сделали операцию, у него все хорошо, и поэтому он одной рукой косил траву, а не двумя. Ну вот. Так, Алекс, иди сюда. Алекс, иди сюда. That's a cool car, mommy. Yeah, that's a car. Пойдем. I got it for it. Uh-huh. Соседка наша поехала на работу, наверное. Она в ночные смены работает. Hey, come on. Пойдем. Так, а я сейчас покажу, что мой сыночек сделал. Пойдем, Алекс. Мы вот недавно купили автомобиль. Ну, не недавно, ну, месяца два или три назад. 4, наверное, уже в марте, в середине марта. Да, всего пару месяцев. Ну и мы тут оставили, я тут оставила своего мужа со своим сыночком на улице. Алекс, come here. И сама зашла домой. И посмотрите, что мой сыночек сделал. Какую он нам картину нарисовал. Алекс, did you do that? No. No? Who did it? Oh, you did it. Yeah, you did it. Короче, он взял камешек. Сначала он нарисовал мелком. Ему не понравилось, скорее всего, что ничего не сохранилось со вчерашнего дня. А на следующий день он взял камешек и нарисовал вот такую нам картину на нашем новом автомобиле. Алекс, stop kicking it. Hey. Но он, конечно, автомобиль не сыновья, не новый. Mommy. Но тем не менее для нас Mommy. Новый. И на нем не I было никаких царапин. Вот нам сынок. Mommy, я I can say it. You what? I said a bird. Bird. Look at that. Вот мой муж корячится один. Я ему сказала. Мне мама сказала видео снять. Так что давай, выключай свой драндулет. Ну, сейчас, наверное, обратно включит. Кстати, вот эти вот дырки, на газоне желтые пятна, это от нашего пса, который тут писал. Как его? Это у него было туалет. Так, у нас газон, кстати, красивее становится. What? Chicken is going. It's not a chicken, it's a bird. Птица. Алекс, скажи, птица. Птица. Молодец. Did you know that you could turn up the recording capacity to 4K on there? No, I didn't know that. Птица! 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 Ну вот, короче, вот такие вот проделки Алекса у нас. Ну что, теперь нам это обойдется, наверное, в 500-600 долларов справить. Вот! Вот! Вот, дорогие друзья, заводите детей, чтобы они вам машины проскребали. Ладно, всем пока. Мне уже что-то надоело снимать. Он наш сосед трейлер поставил.
сосед у нас смешной. Моему мужу сделали операцию, и у нас сосед в этот день, не знаю, я никогда его не видела пьяным, он сидел в эти выходные как раз, студенты выпускались из университета. У нас вот университет здесь, недалеко вот одна их ферма, кстати. Кстати, ферма. Hey, Alex, come on. Let's go look at horses. Так, кстати, ферма студенческая, ой, студенческая, университет. Продолжаем историю. Наш сосед в эти выходные напился. Ему, я не знаю, у него день рождения был, или что у него за повод. Ну, в общем, и сидел на крыльце у себя. А мы заезжали. Yes, honey, we're gonna see horses. А мы заезжали в этот. А мы только что домой приехали с операцией. Было уже поздно. И мы целый день провели. То есть такая операция. Утром в 6 утра приехали. Примерно в 3-4 уехали уже. Ну вот. И, короче говоря, говорит, ой, ну, типа, операция. Блин, не везет тебе. Ну, если тебе что-то нужно, если тебе нужно помочь. Блин, вот. Ну, я не могу тебе помочь газон косить. What? What? Я. Я, говорит, не могу тебе помочь газон косить. Я только вот сам недавно. Алекс, can you stop talking? Horses. Я, говорит, сам себе что-то руку повредил или плечо повредил тоже. Короче, на следующий день он себе траву косит. Да ладно, неважно, дело не в этом. Мы даже его не просили никакой помощи. Yeah, horses. Ну вот, короче. Сосед смешной. Говорит, если что-то надо помочь, обращайся. Но я не смогу тебе помочь. Ну вот, такие дела. А это, кстати, ферма студенческая. Университетская. Принадлежит университету. Тут, кстати, коровы ходят. Я не знаю, где коровы. Ну, тут коровы бывают. Может, они их туда-сюда то коров привозят, то лошадей. Вот. А коровы приходят, и они с этим, с дырками на этих, как они называются-то, господи, на боках. И они туда вот залазят и смотрят, как проходит это пищеварение. Короче, для студентов показывают, как все это. О, вон лошадь писает. Нафикс. No, don't touch that. No. Alex, it's gonna hurt you. No, don't do that. Don't. See, that's gonna hurt you. Yeah, see, I told you it's gonna hurt you. Лошадки. Такие лошадки все красивые. Они, кстати, иногда поближе находятся, но вот сейчас они там торчат. Когда это? Утром или вечером? Утром рано. No, I don't think so, honey. I don't think so? No, I don't think you got super gecko muscles. Молодец. У нас сынок думает, что у него есть короче, неимоверные силы. Он тут мультик смотрит. И он думает, что он супер гекко. What? Лошади! Скажи, лошади. Лошади. Молодец. Лошади. You need to go potty? No. Okay, let's go potty. Он, кстати, в туалет недавно научился ходить. Let's go potty. Let's go home. Я его в туалет научила. Наконец-то на горшок ходить. Слава богу. Уже устала памперсы менять. Алекс. This way. Свой. Иди по дороге. Дорожкам. Ну вот такая небольшая прогулочка, небольшое видео. Всем пока, всем хорошего настроения и хорошей недели.